потому что они с Кристианом давние друзья, оба канадцы. И поэтому он предоставит ему троих партнеров, которых должны выбрать зрители. Первый — это Джеймс Шторм. Любитель пива, мне кажется, нормально станет партнером Кристиану. Следующий — Кейн. Кейн, он уничтожает всех и вся. Мне кажется, титулы будут ему не помешают. Коди Роуз. Этот парень недавно вернулся, и он, наверное, хочет попасть на вершины UFC. Поэтому сколько лет он уже... Ну, не сколько лет, а сколько времени он в федерации. Сколько раз уходил, возвращался. Он уже владел так и не становился чемпионом. А, да, он владел командными титулами вместе с Ураганом. Посмотрим, как у него удастся и удастся ли ему выступить в команде с Кристианом. Ну, давай дальше. Какой у нас матч? Undertaker против Криса Джерико. Три варианта боя. Первый — это бой с гробами. Второй — закопать заживо. Третий — бой сабмишн, болевые. Ну, это очень интересно, поскольку у них сейчас фьюд. Крис Джерико подозревает Undertaker, что он напал на рестлеров. Ну, они, это два очень хороших плеера, они очень хорошо отпишутся на pay-per-view, какой бы матч ни был. Следующий матч какой? Кофи Кингстон против неизвестного оппонента в бою за их чемпионство. Либо же это будет Сейбин, либо Кристофер Дэниелс, либо Джон Сина. Все трое показали, что могут хорошо написать. А Джон Сина также и сегмент написал. Я думаю, каким бы оппонент ни был, бой удастся. Да, мне тоже так кажется. Ну, на этом, конечно, все матчи, но они еще будут пополняться. Будут пополняться, будет, наверное, до 8 матчей. Пока что только... Сколько? Пока что только 4 матча. 4. Эбис против Джеффа Харди, Батиста, и Эпика против Кристиана, его партнера, Тейкер против Криса Джерико, и Кофи Кингстон против его соперника. Так сказать. Ну, в принципе... Сколько уже 12 дней остается до ППВ, как раз наберется боев, шоу должно удастся. Да. Ну, хотим сказать, что мы на этом, наверное, будем завершать наш выпуск, поскольку он уже долго длится, ну, как бы... Хочу... немного времени уделить факту о том, что Миннесота, Эрик, глазовой Боря, он побыл в админке, там, UFC. И даже у него был матч против Кристиана Кейджа. Забегая наперед, скажу, что этот матч будет номинирован на матч года. Да. Самый лучший матч. С одной стороны, весело, но с другой стороны, небольшой шажочек вперед к рейтингам. Несмотря на то, что Эрик Миннесота такой неадекват, Школота его любит. Так что, может, этот шаг привлечет к нам новых людей. Да. Ну, хотим еще вам сказать напоследок, что мы сделаем с Лашей такую, как бы, небольшую тему, в которой вы будете задавать нам вопросы. Но просим вас, пусть вопросы будут нормальные. Мы, если плохие вопросы, отвечать не будем. Надо понять, что мы, как бы, серьезная федерация, что мы не во дворах какая-то там. Вот он. Да. Ну, хочу вам спасибо большое за ваше внимание, что вы послушали нас. Надеюсь, вы отпишетесь. Привет всем активам, а всем неактивам. Я бью по щеке. Ну, желаю, чтобы вы отписывали плей, чтобы все у вас было хорошо. С вами был Вова Шуркалов. Лаша Беделяй. Спите спокойно, живите удачно.